Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию по игрушке Bemaji Drive. И, друзья, перед тем, как мы начнем эту весьма крутую серию, сейчас чуть позже расскажу, что в ней будет, я бы, друзья, хотел вам сообщить радостную новость. Дело в том, что я решил, тут понедельничек, новая неделя начинается, бимка ваша и, наша с вами даже, скажем так, любимая игрушка, а почему бы нам не устроить неделю Bemaji Drive. Друзья, по традиции, эта серия, и причем сейчас это еще расскажу, это будет необычная неделя, потому что я сейчас кое-что еще придумал. В общем, друзья, все, что я хочу, это легко выполняется вами, я думаю, что вообще без каких-либо проблем, вы у меня красавчики, даже, думаю, больше наберете, 50 тысяч лайков, и понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, каждый день будет выходить новая серия по игре Bemaji Drive. И это еще не все, дело в том, что мы устроим необычную неделю бимки. Я буду устраивать какие-то ситуации там, да, в бимке что-то делать. То есть каждая серия будет придумана именно вами. То есть ни одну серию я не позволю себе выпустить именно с моей идеей. Это все будет зависеть только от вас. То есть вы пишете идею в комментариях, я озвучиваю автора потом, выбираю рандомно, нерандомно как-то каждую серию. И именно ваши идеи, то есть вы там, например, хотите, не знаю, может быть, проверку на раллийность, я не знаю, там РП, погоню, там, Семёна, все что угодно пишите, я буду выбирать, и то есть только вы составляете, грубо говоря, сценарий для серии. А сегодня, друзья, у нас прыжки в длину наоборот. Это третья часть. Я думаю, что все помнят прыжки в длину просто. Это значит, вот эта рампа. Мы с вами выбираем несколько тачек. По очереди их спускаем и смотрим, какая тачка победит. А еще есть прыжки наоборот. Это всего лишь третья серия, потому что прыжки в длину у нас, по-моему, что-то 8 частей уже вышло. А прыжки вот наоборот, это всего лишь третья серия. Соответственно, мы должны преодолеть вот этот вот подъем, а дальше прыгнуть в эту сторону и залететь. Соответственно, просто проверяем, какая тачка справится с этой задачей. Ну и в идеале залететь именно таким образом. Попасть еще нужно, рассчитать скорость, чтобы тачка доехала до самого верха. Тоже получается весьма интересно. Ну что, друзья, теперь я предлагаю начинать. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем приятного просмотра. Для начала я решил взять вот эту тачку, которая с виду, знаете, говорит, что подъем? Какой вообще подъем вообще? Я тут готова на любую гору, залететь, но судя по мощности, мне кажется, даже не стоит пробовать, да? Что-то 110 км в час это слишком маленькая скорость для того, чтобы еще здесь прыгнуть. Ну, то есть вы видите, да, друзья, это Да, давай подрифтим. Ясно! Принял, понял, окей. Друзья, я тут начал изучать тачки сразу, чтобы так не облажаться в следующий раз. И, знаете, наткнулся тут на замечательную модификацию цвета болида. Раз уж я начал с таких, довольно необычных тачек для подъема, хотя, с другой стороны, эти тачки, типа там, баджа, трофи, ралли, вот эта вся херня. У нас тут есть, смотрите, трек Toy Hill Climb, который 800 сил, 800 ньютон-метров крутящего момента, 0-100-2 секунды. Мне кажется, что это, в принципе, то, что нам нужно, чтобы хотя бы, наконец-таки, уже преодолеть этот, не то чтобы гору эту, а как-то, я даже не знаю. Так. Вот это будет интересно. Нихуя себе напуляет, я вам скажу. Так. 200 км в час, друзья, ровно по центру держимся и успешно залетаем. Воу-воу-воу-воу-воу. Пацаны, можно просто сразу заканчивать серию, потому что что творит эта пиздюлька? Просто на изи. То есть мы теперь понимаем, что скорость, которая нам необходима для того, чтобы преодолеть этот наклон небольшой, опять же, да, в кавычках, нам нужна скорость 200 км в час, чтобы долететь. Поэтому надо с этим учетом рассчитывать. Ребят, мы просто забрались наверх без какого-либо повреждения. И теперь самое интересное, у нас еще есть бонус для таких тачек, которые в итоге забираются наверх. Сможет ли она также аккуратно спуститься? Ну, без проблем, она, конечно, сейчас пролетит очень-очень-очень-очень долго и будет уверенно лететь вперед. Но нам это не нужно. Нам нужно сохранить тачку в идеале, поэтому берем разгон. Притормаживаем. Тормоза, кстати, как? Ух ты, слушайте, вот это читерское точило, реально. Я думаю, что примерно на такой скорости мы... Блядь, не рассчитал. Я честно пытался, ребят, я честно пытался, но я что-то немножко перемудрил. Хотя, если бы я чуть-чуть больше скорости дал бы, то я бы приземлился, идеально спустился, но... К сожалению, эта идеальная подвеска, которая, в принципе, выдержала относительно хорошо приземление, развалилась. Окей, ладно, давайте смотреть что-то реально заряженное. Хватит уже смотреть на эти тачки, которые ни хрена не едут. А давайте посмотрим, например, что нам могут предложить из вариантов Burnside Special. Потому что тут есть... Not Hot... No... Блять, ну... Insanity Police. Ну чё, пацаны? Да, о! Так. Я, честно...
Я аж это самое, немножко в жар меня бросило, потому что этот ход ёбаный в рот сейчас, я думаю, нормально тогда жару. Главное, чтобы он зацепился, потому что все-таки у нас склон. Ребят, ну как бы выглядит все относительно... Ё-моё, так, есть шанс, ребят, есть шанс. Так, хорошо. Карабас работает очень тупо, но смотрите, да, это то, что нам нужно. 180-190, я думаю, мы залетим. Должны залететь, 208 километров в час и... Так, ребят, ну это просто смотрится даже как бы хорошо. Хот-рот, летящий просто вперед. Да. Ну, что могу сказать, ребят. И такие тоже бывают ситуации. Ну, выглядит прекрасно. Что-то в этих хот-родах есть. Так, а ну-ка, как приземление у нас будет? Ой, умничка! Просто 5 плюсов! Лайк и бас! Просто лайк и бас, реально. Вообще красавчик. Так, тихо, тормозим. Тормоза для хот-рода тоже, знаете ли, приличные. Так, делаем вот так вот. Тихо-тихо-тихо. Саня, блядь. Ну ты хоть понимаешь, что это как бы, блядь, я про... Колесико. Оно и так маленькое всегда на этих драгстерах, хот-родах, а еще тут теперь, блядь, сам себе проблему сделал. У нас что-то, это, двигатель порыжел. Заржавел, наверное, как кузов. Смотрите, реально, рыженький двигатель стал. Так, ладно. Скорость где-то примерно такая же. Колесо, правда, уже немножко разъебано, но попробуем приземлиться, пацаны. Давай. Очихолесенький, блядь, тихо. Ой, хорошо. С разъебанным колесом. Ход ебаный в рот. Вот это я понимаю подход к делу, пацаны. Вот это прям было хорошо. Тут даже не понадобилась фраза «приснилась», потому что она вообще была бы не актуальна. Здесь просто все на 5 с плюсом, реально. Так, ладно. Гаврил бандит. Гаврюша у нас стал бандитом, поэтому ультра меня, честно говоря, пугает. Но мы сегодня, как вы видите, тестируем чисто только новые машины, конечно же, которые не участвовали в, так скажем, залете наверх до этого. В этом-то суть рубрики, собственно, и заключается. Тестировать, ну или, по крайней мере, стараться, потому что не всегда пытаешься вспомнить, но о, как дальничком ебашит, а? О, хорош, драгстер! Так, ой, это будет хорошо, ребят. Главное рассчитать скорость. Давай, малыш, ты сможешь еще. Он что, на дыбы пытается встать, что ли? Ой-ой-ой, 192, ребят, на пределе, на перделе. Ну-ка. Опа. Давай. Бляха-муха, ебаный носорог, а? Все-таки будет краш. Краш-тест. Не фартануло. Мотор улетел просто в салон, пацаны. Чуть-чуть бы еще, да, как бы. Ну, казалось бы, вроде драгстер. И название такое, Ультима. Рассыпалось к хуям собачьим. Даже собаки такое жрать не будут. Сейчас бы собаки металл жрали. Ну ладно, хорошо. No problem, друзья. Давайте посмотрим наш любимый универсал Ибишу Кашира. Бистер, нифига себе. Бистер, сосистер, хуестер, скалбастер. Краш-тест, так, нам нужно что-то очень мощное. Ну, джата мы не будем брать, потому что реактивная тяга, понятно. Хилл-клайм, асфальт. Это прям то, что... Не то, что даже доктор. Это, блядь, доктор медицинских наук прописывает такое. Потому что, в принципе, то, что у нас происходит, это и называется хилл-клайм. Потому что мы делаем покорение вершины. Нам нужно... Так, ох ты, какой-то звук интересный. Так, ну что, малыш, справишься? Что-то, блядь, стучит уже. Ой, раздувается долго. Ебать, трясет там, а? Так, ладно. Уверенно, ребят, он же переднеприводный, что ли? О, турбочарджер, ховерхитинг, блядь. Так, вопрос хороший. Блядь, это либо... Нет, мы не долетаем. Ах ты, какашка. У нас просто шлейф был и... Ух, бля, каркасу пиздрых просто. Просто крылья оставили там с капотом, а остальное до свидания вниз называется. Ребят, вот за это я люблю тоже эти спуски, точнее подъемы. Нифига себе. Она что, реально переднеприводная, что ли? Бля, раздувается она, конечно, пиздец. Так, ладно, подождите. Мы попробуем. Хорошо сказал. Так, по-моему, сейчас... О, хорошо, Давай. Пошла. Бля, ебать, она прыгучая, а? Может быть, что-то из этого получится, но это не точно, пацаны. Не знаю, лучше я сделал или нет, что взял небольшой еще разгон. Бля, давай. Нет, по-моему, ни хрена хорошего не выйдет. И снова еще хуже, пацаны. Бах! Звуки разъебанного металла. Это то, что мы любим в BeamNG Drive. Ну, не фартануло. Постарался, но, к сожалению, друзья, минивэн не смог это все преодолеть. Давайте, наоборот, перейдем к маленьким пиздюлечкам в виде Ибишу COVID и попробуем...
Ну, тут, в принципе, много чего. Ух ты, какой прераннер, нифига. 0.110.3 написано, не верю. Вот хочу принципиально проверить. 2.9 в эту малышку засунули, а ABX прераннер. Не знаю, что означает прераннер, но нихуя не понятно, но очень интересно, как говорится. Поэтому давайте посмотрим. Вроде такая в раскраске-то боевой. Наверное, что-то способное эта малышка. Сейчас протестируем. Давай быстрее появляйся. Грузится долго. Значит, друзья, опасность в виде большого количества лошадей. Ага. Понял. Можно, в принципе, сделать сразу вот так. Краш-тест пройден, ну, относительно неплохо. Фары оставил и хорошо. Так, не-не-не, пацаны, вы думаете, я сейчас перейду к чему-то другому? И бишу ковид, мы должны найти эту малышку, которая сделает все красиво. Так. Ебать, вот это, конечно, сильно. Хилл Клаймп. Это, в принципе, то, что опять нам нужно. Ковид V6R486 Хилл Климп. Хилл Клаймп. И, друзья, я, с вашего позволения, сразу скажу, что, скорее всего, как нехер делать, эта машина просто сейчас заштурмует эту горку и покажет, как надо. Хотя у нас пока что, по сути, ну, чистый победитель это ход... О, какой раздутый. Так, ну, это будет опасно. Так, Ницо Мартин. Два пилота. Бля, что-то как-то по-овощному, да? Ой, блядь. Пацаны, развор... То есть от того, что я просто развернулся, у этой тачки лопнули покрышки. Это типа нормально, да, считается? То есть как бы она что, не выдержала такого давления? Или что это было такое? Ладно, хорошо. Берем попытку номер последняя. Так, ралли Твин Турбо. А нихуя непонятно на самом деле, что тут как бы ожидать. Карбон. И что карбон? Трек-трек, трек-кар. И что дальше? Инсенити. Облегченная. Если она не способна будет сейчас показать результат, то, друзья, уж извините. Ой, блядь, икаю. Извините меня, но я буду бессилен. Потому что это что-то уже как-то даже несерьезно. Ну давай, и бишу ковид. Ты же маленькая, юркая, все, все, газаки. Ой, так. Я заглох. Блядь. Хорошо. Способно вроде. Азот, азот, азот. Хуярит, азот. Не, не допрыгнем. Не допрыгнем. Полтора бара дует, азот хуячит, но... Турбочарджер и вообще как бы тут... Тест-драйв корча закончился весьма интересно. Ладно, хорошо. А что у нас по ЭТК 800 Series? Более гражданские автомобили, которые... I'm loving it. Так, ну-ка. Ага, пифшмитц... Флешмитцер, блядь, флеш... Плев... Плепуф... Плявпуф, блядь, австриан... Стэнс, Ред, понятно. Нет, это не подходит. Сразу. А давайте-ка замахнемся сразу, кстати, почему бы... Ну, кстати, а Монстр Трак-то он насколько по мощности там? Ребят, ну, я думаю, что вам интересно. Ну, просто ради принципа. Просто все будет зависеть от мотора. Если он будет очень тяговитый, то это хуетень, я думаю, что тоже способно залететь на самом деле. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что он относительно бешеный. И как бы сейчас сможет преодолеть все-таки... Ох ты, блядь, на дыбы практически... Так, ребята, я оглох. Нет, по-моему, блядь... Хуярит уверенно, но медленно. Нет, хуетень, разворачиваемся. Вот это было смешно, я не знаю почему. Это было очень эффектно, блядь. Просто как будто эффект на видео, блядь, наложили. Ребята, за это можно лайк. Просто чуть-чуть черканул бензобак, он уже разлетелся и все. Гаврил Блюбек. Ну что-то у меня опять подозрение, даже что Драгстер туда не заедет. Хотя очень хотелось бы. Давайте попробуем, дадим шанс новоиспеченному новобранцу. Потому что как бы тачка не так давно появилась в игре. Поэтому, друзья, верим, поддержим. Ждем результат. Ну давай, еще и закись есть. Ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы она... Что ты, блядь, зависла? А что бензина-то сразу нет? Так, ребят, есть шанс. Давай, малыш, на азоте сможешь. Давай-давай-давай-давай, хорош. Мы верим. Ой, умничка. Ой-ой-ой-ой. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Ничего страшного, в сервисе залатаем. Так. Слушайте, ну... Теперь осталось только лишь угадать с спуском. Давайте красиво развернемся в моем стиле. Понял. Так, ладно, сейчас, друзья, несколько приемов. И так, аккуратно. Слушайте, ну фактически без повреждений. Ну, приземление не самое мягкое, конечно, но... Сейчас более важное приземление, которое все-таки... Ой-ой-ой,
Ой-ой-ой, так, главное сильно не гнать. Скорость под 300, тихо, тормози, тормози, тормози. Тормози. Чё там, брейкинг? Ой, блядь. Блядь, ну запорол все. Ну в целом, друзья, самое главное, это наша цель, это добраться до верха. До верха, до верха, может быть. Может быть и до верха, а что? По русскому языку подискусируем. Так, ну-ка, бах. Ну, я вам скажу, что было неплохо. Вот чисто, как он туда, конечно, залетел, это было реально неплохо. Так, ладно. Гаврил Гранд-Маршал. Месье Гранд-Маршал Бит. Так, ну что у нас тут есть? Драг, Трек, Драгстер, Стингер, Стрит Тюнд. Чё-то мне это не внушает доверия, если честно, такие названия, поэтому нет. Закрываем на это глаза. Зачем закрывать на глаза? Можно просто закрыть вкладку с этой тачкой. Ну да. Так, Гаврил Blue Color Series. Экстрим. Ну, я поверю на слово. Друзья, я поверю на слово. Как бы, меня, конечно, сложно обмануть, но в жизни бывает всякое. Поэтому The Extreme еще так написано, так что прям хочется хедшот из Дигла в CS 1.6 сделать сразу с таким ником. Так, ну-ка. А в чем, блядь, экстрим? Что, серьезно, блядь, я не понимаю. Что опять? Почему? Почему опять обман? Ладно, хорошо. Что это такое? Брук Лауда. Ну, какая-то скучная машина, даже не хочу ее брать, как бы. Так, Гаврил H-Series. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, о-хо-хо, хе-хе-хе, Panzer Truck One. Нет, что-то хочется поинтереснее. Так, ага. Так, что-то прям такое жестко заряженное. Есть такое что-нибудь? Че, неужели нету? Dragon Fruit. Ну, это все понятно, весело, конечно, да, то, что они разрисованы. Но где мощность? Где мощь? Да, не ожидал. Айскримы какие-то, что это такое вообще? Это как А-серия, с классика, пошли. Значит, М4, куда пошли? В кино пойдем сходим, окей. Так, Коси 12 GT. Такой вот, вот такая вот модификация замечательной ЕТК А-серии. Давайте узнаем, что она сможет противопоставить этому склону. Поехали. Звук был настолько уебанский, что мне хотелось снять наушники в этот момент, если честно. Да. Какой-то сайбертрак получился прям. Ай, блядь. Ладно. Чё-то, блядь, мне сегодня прям вот реально хочется уже, блядь. Так. А, это большой. Не, большой не хочу. Так, 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 поменьше что-то. Что такое? Не слишком большое, не слишком маленькое. Это K-I-Series, допустим. Просто даже интересно, что тут есть за модификация. А, нифига. Twin TSRSX. Это надо еще выговорить. А я это сделал с первого раза, поэтому дополнительный лайк, я думаю, я заслужил. Ну что, как думаете, она сможет? Мне кажется, да. Выглядит угрожающе. Блять. Ладно. Блять, заебало глохнуть. Не, выглядит она интереснее, чем едет, если честно. Она пытается, конечно, но, блять, с такой работой коробки это просто, блять, сразу на помойку нахуй. Просто на помоечку, блять. В деревья, блять, да, на парковочку сюда. Ну, это еще и повезло. Но это уже повезло поменьше, но тем не менее можно установить. А надо сделать так, чтобы ее нельзя было установить, потому что меня немножко расстроило, как она едет. Вот теперь ее нельзя восстановить. Все, я очень доволен. Так, хорошо, у нас будут машины, рекордсмены какие-то, нет? Я что-то не понял. Брукла Легранд. Ну, ух, ебать, лимузины. Так, хорошо. Кастомы. Топ спид тимр. Вот что-то выглядит, вот реально, вот. Иногда. Как бы, внешность обманчива, да? Вот в этой ситуации, я наоборот, мне кажется, что она вообще не едет никуда. Вот вообще прям, вот просто она даже, блядь, с места нормально не тронет. Смотрите, рейс-кар написан, да? То есть я думаю, что она так, знаете, так, как бы. Сейчас смотрите, может быть наоборот. Выглядит она простенько, а ебошит. Нет, я был прав, вот так я примерно. Бужатти Клоузес, блядь, что это такое за наклейка? Ай, бля, да. Овощных тачек достаточно. Fight One, не, Брук, не. Ну хорошо, Супра, допустим, хорошо. Про Дрифт.
Street Drift, Race Drag, Drag тогда уж что, да? Тарга, блядь, какая тарга? Мне надо наверх попасть. Бенджер, блядь, Offroad AVD. Не, Drag, это единственный способ как бы забраться, потому что я думаю, что остальных мощностей точно не хватит. Хорошо, пробуем, пробуем, смотрим, Супре дадим шанс. Все-таки Супра это тачка такая, все-таки, да? Не каждый день видишь ее. И полагаешь, что у нее большие надежды, особенно поиграв в НФС какой-нибудь. Так, ну ох, блядь. Но это обязательно вот этот вилбар сзади. Кого ебал? Я говорю, вилбар обязательно сзади? Ну, блядь, наверное, да. Видимо, машину надо держать. Пробуем. Радиатор ликинг. Что случилось-то, блядь? Что-то сломал, да? Ладно, второй шанс. Приснилось. Полегче, полегче поедем. Вот так запрыгнет. Причесал гриву свою, просто такой, знаете, залезал такой, опа, блядь, такое, на свидание пошел, блядь, да, оп, блядь, все, причесан. Короче, не буду, блядь, я что тут, я сюда пришел, чтобы предугадывать скорость, блядь. Тачка должна залететь, но дальше меня ничего не ебет. Я что, должен сейчас дрочиться, выбирать там, блядь, ветер откуда, блядь, дует, еще как-то что-то, да? Нет, нет, не залетело, все, второй шанс дал, не залетело, пошла отсюда. Все, так, дальше смотрим. Это тут какое-то говно. Так, последняя машина, которая нас сейчас должна победить, просто это Hirochi Sunburst. Все, я прям вижу, что там есть что-то очень хорошее. Например, Extreme Edition. Вот это Hill Climb Asphalt. Ну опять же, ну Hill Climb, Hill Climb. Но ты можешь залететь-то. Вот без всяких этих громких слов. Просто, блядь, Drag 10 или Hill Climb Asphalt. 2.8.0.100, 9.6.0.100. Так и поверил, конечно. Но я возьму все равно Hill Climb, потому что тематично. Тематично, друзья. Просто по красоте сейчас сделаем, да? На последующих, чтобы тачка вот прям вот элегантно, как надо забираться наверх. Все, смотрите. Да, немножко не угадал с выбором. Хорошо, всякое бывает в жизни, друзья, всякое. Бывает в жизни огорчение, нету хлеба, есть печенье, блядь, как говорится. Поэтому, так, ладно, я говорил D-Series. Хочу по красоте что-нибудь увидеть, красивое, как вот... Ух ты, Вилли Монстр. Не, ну надо же, а. Вилли Монстр. И нахуя мне здесь нужен Вилли Монстр, чтобы его перекрутило, перевернуло? Трактор, блядь. Трактор, кстати, хорошо. Танк, блядь, что у него за черви, блядь? Полевые ползают по нему. Что это такое? Так, ладно. Аваланч, слушайте, модификации-то достаточно. Надо выбрать только подходящую. Одна попытка, вот, чтобы сейчас вот сделать правильный выбор. Так, трактор. Трактор хуёвый. Кроулер. Кроулер, кстати, то, что надо. Бля, very small diesel, понял. Long кроулер. Crazy diesel dragster. Почему 123 км в час написано? Не знаю. Трофи трак. Red Rod. Ну, ладно. Все, если я сейчас не угадываю, то... Знаете ли, друзья, тут мои полномочия, как говорится, все заканчиваются, потому что все-таки с виду вроде машина способная. Бля, что здесь с жопой-то? Ух ты, блядь. Какой то блядь, хуя, чё, блядь. Действительно способная, только хули дверь открылась, я не знаю. Так, перегрев пошел. Ой, блядь! Инжин поломка? У меня седло, блядь, торчит из крыши. А, дверь хули белая-то. Происходит, блядь. Она изначально была... Она побелела, блядь?
Ладно, хорошо, я не буду сбавлять газика. Я прям думал, что это будет тютелька в тетельку, блядь, в тетеньку. Но... Блядь, ну и нахуя перебор такой, блядь? А, то есть, а теперь энджин не броукен, да? Тихо. Заводись, блядь, говно. Что случилось-то, блядь? Хуй ты буксуешь-то? Едь нахуй! Бля, вот говнище-то, а, взял напоследок, блядь, двери не закрываются. Что, блядь, что это за говно, блядь, кастомное? Параша, блядь, ходящая. Что это такое? Так, ладно, хорошо. Все-таки я сбавлю оборотики. О! Другое дело! Только двери, блядь, не закрываются. Ну ничего страшного. Вот это я понимаю, аккуратно. Так, пацаны. Сейчас будет аккуратненько. Так, тормозим. Разворот в моем стиле. Только теперь нормально получится, надеюсь. Хуль ты заглох-то, блядь, а? Алло! Блядь, ебучий задний ход, он вообще не контролируется. Блядь, ты что, прикалываешься? Наконец-то. И мне как она завелась, сразу поехала. Я был как Тесла, блядь. Так, ребят, ну что, может быть это победитель, а? Может быть по красоте сейчас сделаем? Торможу, 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 понял, что перебор... Блядь, тормозов нету, нихуя! И красивая парковочка. Это будет просто завершение на вишенке. Как тортик, блядь, на мишенке. Ну, блядь. Ребят. Напишите в комментариях, как вы считаете, кто сегодня по красоте прям заехал, спустился. Ну, как бы у нас не так много-то, на самом деле, участников это смогло сделать. Но, тем не менее. Я считаю, что этот малыш хорош. Хотя, немножечко первый раз он, конечно, меня подвел. Открывается все у него на ходу. И двери, и капот, блядь, и багажник, которого не открывается, потому что его нет. В общем, ребят. Огромное спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, что вы с легкостью наберете 50 тысяч лайков, и это будет не проблема, и неделя BeamNG Drive нас ждет очень-очень веселая и горяченькая. Так что, друзья, до новых встреч. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока-пока.